Как известно из древнегреческого мифа, Орфей не только прекрасно пел, но и замечательно играл на лире. Сегодня в нашей рубрике для вас будет играть Владимир Митяков, гитарист из Нижнего Новгорода, лауреат многих музыкальных фестивалей. А поет в нашей рубрике сегодня Игорь Карташов, актер театра Рубена Симонова. Он известен зрителям ролью следователя Соколова из фильма по сценарию Гелия Рябова «Конь белый». Рубрика «Орфей» желает, чтобы в новом году те песни, которые вы услышали, были на самом деле достойны орфейского исполнения. Мне хочется, чтобы наши люди были немножко счастливее, добрее, потому что это злоба, которая сейчас в людях, она настолько прочно засела. Просто людям нужно счастья не хватает во всем. Стоп, ребята, мы так не работаем. Сон стоит и наливает шампанское. Нормальное начало кадра. Команда «Браво» искренне присоединяется ко всем теплым словам и тостам, поднятых сегодня в вашу честь. Пусть Новый год станет для вас удачным. И если сбудется все то доброе, что вы можете себе пожелать, неприятностям просто не останется места. С Новым годом! Удачи вам! Счастья, улыбок! Все, пока! Пока.